два вопроса. Обычных. Знаешь, это есть такой... Кто это виноват, когда все это закончится, да? Принцип неопределенности Герцена-Чернышевского, который утверждает, что нельзя одновременно определить, кто виноват и что делать. То есть, либо ты знаешь, что делать, но тогда не нужно лезть и разбираться, кто виноват. Либо же ты разбираешься в том, кто виноват, но тогда не надо ничего делать, надо сначала дождаться, когда ты всех посадишь. По абсолютно понятной причине, потому что как только ты начинаешь что-то делать, чтобы ситуацию исправить, то немедленно выясняется, что тебе будут нужны те люди, которые в этом разбираются, а они, скорее всего, виноваты. То есть, либо ты их прощаешь, потому что надо что-то делать, либо ты, соответственно, начинаешь всех наказывать, но тогда уж извиняйте, пока всех не накажешь, не нужно начинать ничего делать.